Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы день начинаем в моем привычном месте обитания, Кути кофе. С утра я всегда пью кофе, а у нас сегодня дождливый денек, и сегодня мы с вами проведем его вместе. У меня сегодня очень много пар. Раз, два, три. И еще четвертая. Вот, какие у меня сегодня пары? Первая сейчас будет практика по менеджменту. Вторая будет китайский. Потом у меня будет международная торговля. И в конце будет международные отношения и экономика. Сегодня я хочу вам показать, как проходит пара у меня и у тех, кто учится на английском языке. Сейчас у них не так много пар, поэтому на некоторых я посижу, посмотрю, сравню, и вы увидите сами. Вот, а пока я покажу вам погоду, просто посмотрите. У нас за окном дождик немножко. Сейчас вам покажу горы. Нам уже надо выдвигаться. Сейчас нам нужно, сейчас время уже 9:56, в 10:30 у меня пара. Она находится в дальнем здании. Мы с вами сейчас будем туда идти минут 15 от Коти Кофе. Называется Тяодом. Оно находится на востоке нашего кампуса. Погодка еще не видите, мы все уже в свитерочках, потому что начался сезон дождей и холодноватенько. Мы с вами дошли до первого класса, и у нас сейчас будет практика по менеджменту. Мы скачиваем специальное приложение и в нем будем работать. То есть это пара, где мы делаем что-то в компьютерах. Чаще всего делаем какую-то статистику, что-то анализируем, какие-то всякие штучки, короче, делаем. Чаще всего мы используем специальное приложение SPAS для анализа организации, их структуры, их ведения, там задаешь правильный вопрос, правильный ответ. Вот, это только третья пара. Она длится у нас только в понедельник одна пара, то есть одна неделя одна пара. По итогу будем делать домашки и будет couch. Это мы будем делать сельскую работу. Ну, с добрым утром. Так, у нас закончилась первая пара, сейчас мы с вами... Уже начался китайский. Китайский у нас обычно в обеденный перерыв, когда все китайцы обедают. Вот, а у нас китайский язык. Но сейчас мы идем печатать документы, потому что на следующий урок у нас с девочками презентация. Тут мы печатаем. Сами сканируем и печатаем. Печатаем документы. Мы издаем проект «Внешняя торговля ради пандемии». Это просто было как домашка. Все. Распечатали. И идем быстрее на урок, потому что у нас все-таки урок китайского языка, и нам нужно присутствовать. Вот, я просто отпросилась, чтобы распечатать, потому что у нас потом всего 10 минут перемены. 10 минут. И сразу начинается урок, мы первый в начале урока рассказываем, поэтому времени особо не было. Собак бежит. Сегодня прекрасная погода, и мы вышли погулять. Ты, кстати, учишься на английском языке. Нравится? Да. Понимаешь все на парах? Намного легче. Но мне кажется, зависит от уровня английского. То есть бывают преподаватели, у которых уровень английского? Как будто, когда ты учишься на китайском, преподаватель говорит на родном для себя языке. Угу. И это ты должен его понимать. Когда ты учишься на английском, для преподавателя это тоже не родной язык. И вы... Строите диалог так, чтобы понять вообще друг друга. И это как-то сближает с учителями, на самом деле. Но есть учителя, у которых плохой английский язык, да? Ну, я пока не встречала. У меня в семестре пока все хорошо. Я слышала, есть учителя, которые, ну, прям не очень. А как материал? Вот учебники под вас сделаны? Не на английском языке написано? Ну, по calculus, например, да. По остальным предметам у нас, потому что курс достаточно сжатый, учебник очень большой. И, в принципе, если ты хочешь, ты можешь читать его сам. Mm. Но это все на английском, да. Английские учебники, в принципе, очень информативные и объемные.
Но получаешь знания, есть сейчас знания. Потому что у Клеопатры есть опыт как обучения на китайском языке, так и обучения на английском языке. Когда ты учишься на китайском, ты очень много времени тратишь на самоподготовку и на просто заучивание слов. Mm-hmm. Когда ты учишься на английском, ты слушаешь материал на английском, ты его воспринимаешь и понимаешь, а потом просто закрепляешь и добавляешь что-то новое. То есть ты как будто чуть меньше работы делаешь, чем когда на китайском. Но и там, кстати, знания есть тоже. Да, да, да. Но все еще тоже зависит от твоей специальности. Какая у тебя специальность? Биотехнология. Ну это пипец, мне кажется, на биотехнологиях, на китайском. На китайском намного сложнее, да, конечно. Но не скажу, что меня не предупреждали, что моя специальность сложная. Мне наоборот сказали, что, может быть, ты подумаешь дважды, потому что это сложно, это очень сложно, особенно на китайском. Спасибо. Так, а после пар мы идем с Клеопатрой в магазин. Заниматься продуктами. Да, идем с нами. Жду свою часть зарплаты. Я очень старалась видео. Ответила на вопрос. Это кофейня. В этом супермаркете мы покупаем еду, такую, овощи, фрукты, мяско, то, чтобы приготавливать. Вот такой магазин. И Клеопатра там уже в отделе специй. Я прихожу сюда покупать вкусняшки в виде фруктов и овощей. Смотрите на эту вкуснятину. Мочи с клубникой. Мочи с клубникой. Какой-то рулетик вкусненький. Печенюшки. Вот это тоже, мне кажется, что-то очень вкусное. Это похоже на мочи. Чак-чак. Бабульчик пришла. Бабуль, мы ничего не воруем. Печенье с грецким орехом. Всякая выпечка. Здесь тоже выпечка. Лунные пряники. Трубочки. Какие-то кексики. Это вкусненькое что-то. А это дыня. Или это помело? Это помело. Это грейпфрут, мне кажется. Нет, написано sweet fruit помело. Это красное помело и обычное помело. Мы выбираем помело. Помело. Смотри, видите, какая огромная помело. Ой, это похоже на грушу. Это огромная груша китайская. Так и развлекаемся после пар. Собираем квиз. Смотрите, мы водили помел. Вот, смотри, маленькая помеленок. Помеленок китайской помело. Она стоит 1,98 юаня за 500. Супер-супер скидка какая-то. Супер скидка. Тхутя. Это чхоу. Наверное. Только не понимаю, это вот это. Что такое? Я взяла 5 бананов. Но. Что это такое? Какие-то... Мне кажется, это водичка с вот этой штукой. А, смотри, тут водичка с этим. С это. Скажи мне, кокос. Смотри, там написано. Кокосовые дольки. Со вкусом. Вот этот зеленый со вкусом лимона. Берем лимон. Авокадо. Стоит, кстати, 15 юаней. Яблоки. Да, мы сейчас туда дойдем до яблок. Мы пока смотрим здесь, что у нас есть. Что-то непонятное. Ананасы. Дыньки. Дынюлечки. Стоит 3 юаня за 500 грамм. Мандаринки. Яблочки. Сейчас берем. Сейчас будем брать яблоки. У меня 15. 12. А ты курица. Что, будешь курочный, куриный 9. Суп готовить? Да. А я буду...